Семейная драма разыгралась в микрорайоне Азад. В одном из частных домов не на шутку повздорила супружеская пара. Уже на утро соседи нашли в доме окровавленное тело 35-летнего мужчины. Прибывшая на место происшествия следственная группа обнаружила в доме труп мужчины. В области груди у него было ножевое ранение. В ходе дальнейших следственных действий была задержана подозреваемая, 30-летняя женщина. Она супруга потерпевшего. Ее доставили в отдел полиции, после чего на допросе подозреваемая призналась содеянным. Как рассказала задержанная, убийство она совершила случайно. В ходе ссоры супруг дошел до рукоприкладства, и она просто оборонялась. Я боялась, что он меня убьет. Нож каким-то образом оказался у него в груди, и я сама не поняла, как это произошло. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Против нее возбуждено уголовное дело. За совершение убийства ей грозит до 12 лет лишения свободы.